финал Венеров, где он проиграл, к сожалению, Морта. Ну и Медведь там, по-моему, единственный, кто затащил. Вот, вместе с Зафиной. Для меня, да, там. Сразу у нас выпадает арена Лидии с Альфески. С одним из самых красивых саундтреков в игре. Да, и такой вот интересный у нас пресет. Сразу же просто такой вив от бласта, да. Просто в лицо туда ему леща такого, столько дэмэджа сносит этот тигр-медведь. Попытка на хоп-кик была понять. Ларс проверил панишем стейфовеньким, но не наказал этот хоп-кик. Неужели там не 12 на этой выпрыжке? Уф! Ой, продолжение здесь есть. Опасно, страшно. Канцелы какие страшные. Что же делать? Медведь атакует, вперед идет. И нижняя нога, да, вот здесь добивает. Ой-ой-ой, первый раунд. Очень медведь угрожающий, грозно выглядит. Просто этот тигр огромный. Похоже на хомяка даже немножко. Он чем-то здесь вот такой вот. Но там есть пресет, который как раз таки хомяка косплеит у медведя. Угу. Проверка Ларсом 1-1 была там. Ларс цифовенько пока тоже дерется. Вот начинает. Ой-ой-ой! Конечно, паниш тут имеется. Пошел медок стоять. Тут тоже наказывает медведь пока. Ух! Как он быстро встал и сел там. Невооруженным глазом не видно было, там микропоседунство было, и потом подъем сразу не продолжает сейчас Миша тут. Нейтрал уходит. Ларс пытается пробить оборону глухую этого зверя, просто как это к нему надо подойти, как-то пробраться. Зверь пошел атаковать головой, Ларс начинает махать. Можно было джагл сделать, наверное, нет. Здоровье одинаково, 20 секунд до конца боя, чтобы дальше отлиться в нейтрале бойцы. Ой, дебагерок. Ничего, ничего. Покатился медведь, подколавливает у Ларс DF2-1, доводит до стенки. Комба не доделается, потому что на медведю комбы стандартные не работают. Но тут можно по таймапу даже уже выиграть. И что? Будет ли рейд шарт сейчас? Нет. Ох, не продолжает. Да, Ларс в глухую оборону уже ушел до секунды до конца боя. Если бы не стена, то комба была бы доделана. Медведь смог бы сделать рейд шарт и выиграл бы этот раунд. Нас спасла сейчас моба. Паниш, right here, как говорится. И пошло. До стенки. Да, какой-то волсплат кое-никакой есть, можно там помучить еще немного Ларсу. 1-1-1, второй удар попал, не было конферма, не было волбаунда из-за того, что кривой волсплат сейчас был. Медведь просто неумолимо идет вперед, просто неостановимо. Пятой точкой завершает этот раунд. Да, Форест, похоже, настроен серьезно на то, чтобы все-таки занять второе место, как минимум, в нашем сегодняшнем турнире. И для моба. Для моба здесь стоит достаточно сложная задача отдалить вот этого нестандартного персонажа. Игроков на медведи все-таки не так много. Ой, 1-1-1 заходит. Гарантии, да, сумасшедшие. По толстому Мише. Панил здесь опять. Селоу закрывает Форест. Ой-ой-ой, какой-то не в сторону немного хомяк ушел. Сайдстеп, а ты куда? Рейдж драйв перекидывает на другую сторону. Будет ли разрыв балкона сейчас? Нет, немножко ошибается с комбой. И Ларс делает рейдж арт и попадает в цель. Рестлерская комбинация здесь идет. Кстати, интересный момент, что в этом костюме немножечко меняется рейдж арт у Ларса. И там появляются дополнительные опции на вейке, в частности, медовую ногу можно сделать, которая в случае неправильного вейка гарантированно зайдет по сопернику. Вот, и поэтому, скажем так, это дает некоторое преимущество, может быть, даже кастомайзное, вот, Ларсу в этом костюме. По крайней мере, на одном из международных турниров, как раз европейских, у нас моб использовал такой момент, и комментаторы вроде отмечали его. Ой, не получилось взять СД. Ой, Мишкина. Ой, нужно было наказать здесь эту ножку, конечно. Форест не поверил, наверное, что медведь докажет. Остается очень мало здоровья. У него балкон сзади, здоровья нет. Есть ярость. Будет ли она реализована? Ларс осталось 2000 буквально сделать. Но ярость может зарешать. В любой момент рейдж-драйв может выстрелить, и тогда все будет плохо. Время идет, но оно пока еще есть. Вот начинает отмениваться ударами. Одна тычка медведя буквально остается. Летит вперед. Просто Форест. Нужно сейчас сейфовенько. Да, и на 1-1 налетает на расстояние. Хорошее было начало. Хорошо, медведь пошел, но что-то не дозашел как-то. Не дозашел чуть-чуть. Кстати говоря, когда мы групповой этап был у нас, где как раз таки Форест победил моба, Форест еле как там выигрывал тоже на этом медведе, там на последнем тысячу, ну, буквально, да, там очень близкие бои были. Ну, где-то на везении даже. Затащил, потому что затащил, против, да. против Диза у моба очень хорошо наиграно, в том числе там с европейскими всякими пиками, мадарами и прочими интересными персонажами. Вот, поэтому здесь, там Форесту было сложно. Поэтому если бы это была специальная такая заготовка, как он сам говорил, это у него была заготовка под строго, потому что против Стива медведь сказал очень хорошо себя показывает. Вот, ну так получилось, что строк у нас даже топ-8 не попал, к сожалению, большому. Многие ожидали его видеть в числе призеров, но, увы, сложилась ситуация не так. Поэтому он только морально поддерживает наших игроков. Вот сейчас присутствует вместе с ними в Москве.
Вот, возможно, где-то там даже за спиной стоит и дает кому-то совет, но, скорее всего, в своем излюбленном стиле советов никому он не дает. Это да, опять на рандоме берется Dragon Nest. Есть возможность выбора арену проигравшего, но этим не воспользовался Форест, он просто выбрал рандомную арену. Причем бы нет. Медведи везде хорошо на самом деле. Тумаря рука, говорит Ларс. Что, Гнездо Дракона с пятой части, тогда карта переделанная немного. Опять 1-1 нам просто Мишу подстекает. Контрхит прилетает. Локтища, доводка до стенки. Делает другой джагл с третьим изучил джагл, другой применяет на медведя специальный, который только по нему работает. Стандартный не работает. Стандартный джагл сделать, Ларс за спину медведя уходит, и там другие продолжения есть. Короче, замочили медведя в этом раунде, прям вообще без вариантов. Побили полностью, вот там все стена прошла. Вэги, плот, здесь гарантии какие-то. Одна тычка буквально остается, что же делать? Форест выглядит не очень. Куда деваться? Ну, что-то начинает дышиться, начинает ходить вперед. Ой, какая попытка была за ланчер, за джеб, получается, хотел заланчить. Было бы очень круто, если бы это прошло буквально одного фрейма, как будто бы не хватило здесь. CS2, гарантия! Ларсетник атакует. 1-1 нам проверяют. Тут стандартный сетап под 1-1 в этой ситуации у Ларсес. Пользуется мопутем. Медведь на расстоянии. 1-1-1 это у нас контрхит, натуральная комбо. То есть контрхит, если заходит, то там все три удара заходят. И последний удар, если возможность конфермить, то есть доделать или не доделать, в случае, если блок или в хит пришелся удар. Вот. И всецело Ларс этим пользуется, потому что там очень хороший выйти получается у него. Плюс под определенным углом к стене может даже комбо сделать. На ланчер налетает, нам около шорстского медведя. Как будто поломался сейчас медведь, как будто поломался Форест, нужно что-то ему делать, что-то менять нужно. Все, ой, контрхит 1-1, у медведя ведь тоже есть такая вещь, и вот она, что дает медведю тоже комбинацию. Кривой волспад, ну, реализовано, в принципе, неплохо, на самом деле, эта ситуация. Половина строки снята, поп-кик просто влетает с микроджаглом, там, с продолжениями, просто мочит Ларса, бьет ему там по лицу. FC, DF2, это очень больно, сейчас это все сделано правильно, возможно, смерть будет. Господи, это не прошло только потому, что это медведь. Да, ну и так хватает мобу прыти и умений, чтобы добить медведя. Ну, медведя разбили, я считаю, полностью. Сейчас будет замена. Да, то есть было видно, что Ларс таки адаптировался сейчас моб под персонажа своего соперника. То есть да, это было действительно для него сюрпризом в самом первом матче, когда они не встретились в полуфинале в верхней сетке. Но сейчас, увы. Вот, для Фореста. Вот, моб этого персонажа изучил, посмотрел, какие средства противодействия есть у его Ларса. Вот, к этому мохнатому чудищу. Да. И вот. В итоге нашел хорошую контру, и здесь просто три безответных раунда сейчас Форест отлетел, так что я думаю, что кого-то из основных своих персонажей возьмет. Может быть, там еще какая-то интересная заготовка есть, но я думаю, что медведя вряд ли. Если Зафина, может быть. Там много, ну, несколько рандомных лаунчеров, на мой взгляд, зашло достаточно на расстоянии, на каком-то таких оборонительных, которые могли бы не зайти. Это зарешало во многом. Именно такой счет из-за этого произошел. Остается. Да, он верит. Потому что бой все-таки был такой, ну там, правда, ну, поназалетало немного. Первый бой был очень низкий, бой был на нормальный. Самом деле, там до пикселя дошло, а вот второй бой что-то как-то. Второй бой был потерян. Там очень много дамага получил. Был потерян в итоге, да, это просто три раунда было удано. Вот, ну что ж, посмотрим, верит медведя у нас Форест. Панда теперь выходит, ну вот хомяк. Вот теперь точно хомяк, да. Хомяк, значит, да. У панды есть такой, да. Интересный пресет, это не кастомайз, это именно стандартный пресет. Забавный персонаж, такой прям рангчу укусил сейчас Форест. Единственное, что у панды и у кумы 1-1, конечно, он не сейфовый, как у Ларса. На втором ударе это минус 16, а у Ларса там не помню сколько, в общем, у Ларса там сейф. Ух. Пока так они понаобменивались, натыкали друг друга наравне, пока джаглов еще нету, но медведя к стене прижимают как-то, Ларс давлеет все-таки вперед, 1-1 вот там проверяет. Заходит все-таки. Ой, армор жирный, мощный. Сейчас нужно правильный угол выбрать. Ну, в любом случае, достаточно много сносит. Куда-то не в ту сторону ходит. Используется рейдж драйв, горится. Синева, будет ли Ларс идти вперед? Почему-то Ларс дальше не движется, не идет. Буквально одна тычка. И вейт, и паниш здесь. Да. Все хорошо пока. С обоих сторон. Отличнейший артбласт. Господи, боже мой, какой он вообще.
за спешл мид, но именно по медведю попало на этом рейнже. Какая комбинация у Ларсятника есть по медведю специализированная? Очень много урона уже нет, уже у стенки стоит Форест, уже горит ярости, куда идти? Бьется, отбивается просто ансейфовый стрингой. Вот один-один сейчас не доделается, и это перфект. Seven Golden Letters, как бы сказали наши зарубежные коллеги. Да, Seven Golden. Ух, завив, конечно, тут надо. Бац-бац. Что дальше? Убегает, просто убегает Форест Богдешевица. Ларс давлеет его. Понял, Ларс, что медведя можно достаточно сильно прессовать, потому что медведя достаточно оборонительных тулов не так много. Там есть, нужно стойку входить. Если просто постоянно его давлеть, так атаковать, то, в принципе, не отстепит, если что, медведь никуда, он слишком большой. Поэтому, ой, как больно, господи, этому Мише приходится, этой панде. Уже просто Ларс летит на него, машет там всем подряд, чем только можно. Ничего себе, как Форест залез туда, еще и леща этого, да, но все время в каких-то невыгодных ситуациях. Оказывается, он после своих вот этих вот джагов, то стена ему помешает, то он в углу окажется, не получается у него полный дэмэдж сделать. Это было сейчас жестко. Интересный сейчас сетап, после армора в хантинг стенс вот перешел, здесь вот шайк крашел, но опция. Полсплат опять, посмотрите, угол, не повезло с углом здесь тоже. Все равно хоп-кик, но это должна быть смерть, и тоже перфект здесь. Тоже перфектом на перфект просто ответил. Сейчас да, и таунт стоит. Еще в конце да. Такой. Надеялся хороший. Так. Ох, один-один. Это страшное оружие просто в руках моба, в руках у Ларса есть, которое позволяет Вундерхит такое делать. Не доделает комбинацию здесь медведь, потому что это был бансейф, не было паниша здесь тоже. Но хоп-кик залетает. Нормально, как говорится, дэшится вперед, очень опасно, Ларс может артбастом ударить, уже такое было, или вылететь просто с слайдинг скрю, это страшное дело, такие вифы тоже могут быть чреваты, но пока Форест все это сходит с рук. Начинают нейтрали просто ребята танцевать, понимают, что сейчас рисковать нельзя, потому что раундов больше за спиной нет. Вот уходит 1-1, начинает прессовать моб, нет, уходит снова в нейтрал. Ну, за из пустины, есть ярость медведя. Ах, как больно, что же теперь? Боже мой, как это зашло? Продолжения не было, как будто не ожидал Форест, что зайдет вот да. Это вот сейчас. Некоторая сырость все-таки, сырость Мишкина чувствуется немножко, не до такого уровня, видимо, он поставлен у него прям вот, чтобы вот-вот. Да, потому что нереализована была ситуация, и были там еще моменты, не конфермятся на реакцию хоп-кики эти, когда медведь выпрыгивает с хоп-киками, и потом Форест всегда продолжает, делает 1 плюс 2 и прибивает соперника к не, как бы медведи, которые много играют на медведях, они там все конфермят и делают джагл полноценный, поэтому Форест он такой сыроватый, конечно, но тем не менее все равно достаточно хороший. Ну, неплохо, да. Второй бой тоже да. Был очень близок, да, на самом деле здесь, то есть как сказать, первый бой был очень близок, второй, к сожалению, был Форесту здесь немножко провален, и третий бой был тоже достаточно близок здесь. Вот, если бы он этот джагл реализовал вот тогда, после армор, когда он в хантинг вышел, и оттуда просто за хайкрашил, заланчил, больше бы дэмэджа излег, я думаю, что это мог бы быть счет 2-1 сейчас. Ну, так в итоге у нас 3-0 пока что моб лидирует, и Форест отказывается от медведя, выберет сейчас другого персонажа, будет это Гис или Зафина, я думаю, что это все-таки будет Зафина сейчас в исполнении вот, Фореста. Посмотрим. Каждый бой сейчас может быть решающим. Напомню, что у нас до 4 побед идет игра. Просто 4 вот. Подряд нужно победить сейчас. На финале Кубка России по компьютерному спорту, организатором которого выступает Федерация компьютерного спорта России, за что им огромный респект за проведение турниров. Вот. И при поддержке Международной Федерации компьютерного спорта International eSport Federation, который у нас организует чемпионат мира по компьютерному спорту, который в этом году, будем надеяться, пройдет таки в Израиле. Вот, и наш игрок таки туда поедет. Бесконечная арена у нас, и Диз Говард выходит, основной персонаж Фореста на данный момент. Да. Ну что ж, 3-0, нужно менять переламовую ситуацию, делать камбэки, но против Ларса в исполнении моба это, конечно, будет весьма сложно. Просто, ребята, это технически вообще такие моменты всякие, моб будет крутые. Микро сайдстеп на дэш там, у него встроенный такой был с лаунчером. Нормально, полстрики уже нету. Захватами, говорит, меня не возьмешь, куда ты тянешь свои ручки, ты павлин. Хорошая попытка была завив паниш, наказать, что-то паниш у Фореста тоже не задался здесь, на второй удар можно было поснеть. Отличный раннинг, подседулся, профессионально от Фореста идет, тоже степит Форест отлично здесь. По ногам там немножко бьет, но Ларс переигрывает, просто перепокивает, перебивает. Ох, не было паниша. Не идет у Фореста игра, как будто бы прям, да, и не ланчера здесь не было, тоже времени уже нету, ярость горит, Ларс атакует, идет вперед, просто все заходит в хит. Эх. Не получается как-то, не получается, запород был.
лаунчер, да, на там дипане что-то на Тулон. Ну ничего, нельзя, конечно, давать. Тот флот был небольшой здесь. Колдун пока выглядит испуганным, в глухую оборону ушедшим просто, понимаете? Ларс так страшно просто его бьет, ну вот, отбивается как-то вот. Ларсятник, кажется, Ларс целится, куда бы, говорит, ему там дать, говорит. Сейчас, говорит, я... Вот он, наконец-то, говорит, 1-1-1 зашел. И еще 1-1-1 на таком рейнже перебивает, просто какой-то джеб там прыгает еще из бэкстенса ему туда, загорается ярость сейчас, в лицо с разбегу. Да это же просто какое-то избиение, дорогие друзья, делает ли что-нибудь Форест вообще сейчас? Матчпоинт для моба тем временем. Ой. Сайдстеп 3 там, и тут успевает он встать, 1-1-1 все время просто заходят в лицо постоянно своим соперникам, наконец начинает буст под максмодом что-то там делать, но тут же его осаживает буквально ласты, вертушка, говорит, хорош ты, стоять, вот тебе комбинация моя новая, просто максимальный дэмэдж с выходом на вейки. Дальше ситуация под 1-1, и влетает картархит, лещ магический от гусая, это есть шанс, конечно, сейчас нужно его реализовать, делаем все, что можно было, но, мне кажется, разрываются захваты. Разрывается захват, после. Мне казалось, что он как у Акумы не рвется на самом деле. Ай, боже мой, 1000. И вот гус просто влетает есть коленом летом. И сейчас затаскивает, конечно, джагл этот нельзя порочить, но так хватит, не хватает буквально одной тычки. Разбегу добирается, просто разбегается и помните белобрысой головой, Сейларса убивает уже, говорит, хорош. Надо начинать уже как-то тащить, просто пинка такого дает. Ну, раз делает паниш, другой моб начинает делать более сейфовый паниш. Ох, не было здесь от Фореста никакой реакции, что же это такое? Не реализуют ситуации свои, которые могут победу ему принести, которые могут заряжать в игре на таком высоком уровне. Даже такие мелкие вещи, а уж тем более, как паниш лаунчером, должны исполняться просто на 100%. И они могут вообще решить исход битвы. Ой-ой-ой, залетает коленище под максмодом, боже мой. А Ларсятнику нехорошо сейчас. Ярость загорается, Ларса страшно дело, пинка ему там еще наступает, пока он лежит. Ну что, моб сейчас целится яростью, что же будет сейчас, FF4-3 там, или бы он... Ай, в контрхит прилетает дебагер, возможно это смерть, ну... Да, не хватит дэмэджа, не хватит. Но, как ты рассказывал, что сейчас будут вейки, да, Зерату? Да, сейчас да. Будут вейки у нас, после ну, вот там этого... там тоже дэмэджа не хватит. Посмотрим. Ууу, присел, хватило. Присел. Гарантированно бы не хватило. Ну да, гарантированно бы не хватило. Неправильно вейка, а так здесь... Ну все, моб побеждает. Да, 4-0 просто разгромил сейчас своего соперника. Форест у нас остается с третьим местом, получает приз 10 тысяч рублей Федерации компьютерного спорта. GG's. Да, круто. Ну а моб у нас получает право пройти в гранд-финал Кубка России по компьютерному спорту 2021 года, где сразится с... Бобом Мортоном, он же Бамблби, или просто Мортон, всеми нам известны. Вот, и поэтому у нас сейчас будет небольшой перерыв, у нас игроки получат возможность немножечко отдохнуть, подготовиться к следующему матчу, точно так же, вот, как и наши зрители могут заварить себе чайку и разных интересных других. Поэтому, да, буквально через минут 5 мы с вами вернемся и продолжим смотреть нашу сегодняшнюю трансляцию финалов Кубка России, которые проходят в формате LAN в Москве, в Йота-арене. Вот, и комментирует для вас все это Серафим. И Зератул. Да. Там, вот. Да. Ну что ж, оставайтесь с нами, не переключайтесь, мы очень скоро вернемся к вам опять.